Для тех, кто спрашивал меня, есть ли у Брайана родной брат. Да, он есть, и некоторые тоже говорили, что у Брайана нет отца, некоторые говорили, что у него есть сестра. Но нет, у Брайана только брат, и сейчас я его покажу, и докажу, что у Брайана есть отец. Вопросы? Ну что ж, первый вопрос. Папа готов озвучивать вопросы. Папа как серьезно подошел к своей роли. А вот и первый. Как он учился в школе? Я думаю, что это вот ты, а это же Денис. Я тебя спутала. Как ты могла спутать? Чел, я эти видео делаю только для себя и для своей аудитории, неужели так сложно нажать на кнопку «Неинтересно»? И да я более на 100% уверена, что он это не заметит и... Вообще я это видео делала не для этого. И хрень у тебя в штанах, а это видео. У Макса нет сестры, у него есть только двоюродная сестра, а младшая это племянница. Если можешь, почему бы не сделать? Я хочу посмотреть.